Это очередная попытка евробюрократии поддержать нынешний альянс. Напомню, что только благодаря внешней поддержке и таким визитам парламентское большинство пока еще держится вместе. Я думаю, что встреча в принципе будет без результатов, потому что все понятно, куда Молдова двигается, и понятно, что в Вильнюсе, скорее всего, будут парафированы некоторые документы. Но вопрос в другом. Для страны, для Молдовы, это очередной визит и встреча бюрократов Крикова, где они будут встречаться с премьер-министром, и конкретных результатов для страны, вот, которые можно как-то показать народу, я не знаю, там, увеличение пенсии, зарплат, строительство дорог, безусловно, это не даст. Продержится или нет Молдова после этого визита, или парламентское большинство, это зависит от личных амбиций тех политиков, которые руководят эти три партии, которые сейчас находятся в парламентском большинстве. Мы знаем, что руководители этих партий перешли на второй фон. Если их личные амбиции останутся в сторону, скорее всего, эта власть продержится. Если нет, даже с поддержкой еврокомиссаров, я думаю, что есть вероятность довольно большая, что это парламентское большинство опять рассорится, и это правительство могло бы уйти в отставку даже в ближайшее время.